Сейчас мы заканчиваем систему GPS. На всем муниципальном транспорте будет система Wi-Fi. Wi-Fi бесплатный на остановочных комплексах, на остановках. Вот что такое работа водителя автобуса или троллейбуса? Если у тебя первый выход, ты должен выехать в 6 часов утра. То есть у тебя подъем в 3 или в 4 утра. В 5 часов ты быть уже должен на работе. Для того, чтобы в 6 часов или без 15:06 уже выехал из парка. То есть это, во-первых, тяжелый труд. Это большая очень ответственность. Нужно приехать вовремя, выехать вовремя. Обеспечить безопасность движения. И при этом еще и улыбаться. И, ну, я вот сегодня скажу в защиту водителя, к сожалению, у них не у всех получается улыбаться. Правило, эти водители, они прекрасные водители, у них всегда машина в отличном состоянии, но они излишне эмоциональны. И мы их стараемся наказывать, и они это понимают, ну вот характер у человека вот такой, к сожалению, да, это плохо. Горожанам я хотел бы напомнить, что они являются такими же участниками движения, как и водители, и что на них тоже лежит большая ответственность за ситуации на дороге. Я хочу пожелать, чтобы мы понимали друг друга и были взаимовежливы. Я сердечно поздравляю всех водителей, своих коллег с этим праздником Днем работника автотранспорта Кыргызской Республики. Что можно пожелать? Ну, конечно же, пожелать в первую очередь здоровья им, здоровья их семьям. Пожелать, чтобы техника не подводила. И как у нас говорят, ни гвоздя, ни жезла в пути. Это самое главное.